Вот выехали на рыбалку, где у нас имеется щука. Тут пиздец, конечно, я в кроссовках, он в белых. В белых кроссовках. Мы приехали на приедем кроссовере, но не решили съехать, как будто. Ты что через кусты как-то ходишь? Она, в принципе, сухая, вот эти бордюры. Мы проехали. Проехали? Да? Опа. Вон, красотень. Типа. Это только на парме. Ну, батя, твой автобус спокойно проехал. Ну да, он вездеход. Ни разу? Вон воробушки всякие, бурундуки тут. Чтобы добраться до речки, нужно постараться. Ноги измочить, надо в сапогах было ехать. Везде дорога высохла, тут такая вот грязище. Ёлки-палки. Так, так. Ох. Тут кто-то уже ходил, Жека. А? Тут кто-то ходил уже. С трава мятая. Следопыт. Следопыт? Это медведь, блядь, скорее всего. Да нет. Здесь медведя бы туристы съели. У нас народ дикий тут. Голодный, безденежный. А ты думал? В сказку попал. Итак, смотрите, сейчас буду рыбачить вот на такую вот блесну. Китайскую. Посмотрите, как она ведет себя в воде. Какой-то член. Хуйная блесна. Ну, далеко летит, в принципе. Сейчас в режиме онлайн хоп и поймаю, да? Вот это поворот! Да. Насчет щуки я вас обманул. Это наебалово какое-то! Зря пробирались по кустам. Вода поднялась очень сильно. Вон, смотрите. Покажу даже. Вон, поднялась вся мутная, грязная, глиняная вода. Все затопило. Невозможно подобраться к воде. Надо ждать, пока мелко станет. А, бля, спиннингом меня пиздишь. Жека просто взял, пролез под деревом. А я через крапиву обошел. Лягушек на налива, и это надо весной либо осенью. А надо было вон там вот так вот идти, туда идти. Туда тебе идти, нахуй! Заблудились такие, да? Охуеть вообще, да. На ровном месте. А мы не оттуда пришли. Наверное, туда. А, бля, вся рука горит. Наверное, на дорогу вышли, вон туда, да.
Или нет, или хуй знает. Так, в лесу нахуй, да? Угу. 10 метров отошли, заблудились, а в лесу вообще. Я хорошо ориентируюсь в лесу. Да-да-да, здесь. Сейчас бы туда ушли, прикинь. Здесь, кстати, я панцирь черепахи огроменный видел. Валялся. Черепаха из дома у кого-то сбежала и побежала, прикинь, на озеро купаться. Ну, а смеяться-то где, а? Здесь вот плавает маленькая ондатра. Сейчас постараюсь вам показать ее. Может быть, получится ее и поймать. Оскара! Оскара! Что хуйня-то, а?